Впервые эта куча мусора предстала перед взором народным в сентябре прошлого года. Тогда приезжали с инспекцией чиновники из областного правительства. В декабре, когда ситуация вновь обострилась, компанию «Экотранс», признанную в беспомощности, сменила другая мусоровывозящая компания. Гора мусора на тот момент достигала высоты пятиэтажного дома и, по подсчетам экспертов, составляла порядка 50 тысяч кубометров. Чем оперативнее будет ликвидирована свалка, тем быстрее город избавится от неприятного запаха, говорят специалисты. Пошли химические процессы. Поступление кислорода, вот стоит только копнуть один раз ковшом, кислород начинает тлеть, загораться. Закуплены пожарные рукава, гидранты, подключены все средства, чтобы периодически, как только начинает что-то возгораться, все это тушится. На объекте постоянно дежурит пожарная бригада, а при необходимости сюда выезжает и пожарная техника. Принято решение, и депутаты районного совета поддержали, выделили средства на то, чтобы ее ликвидировать. Это было единственное правильное решение, другого не было. Надо вывозить. Надо использовать все вот эти вот сейчас вот морозные деньки, вывести как можно больше мусора, чтобы и запаха было меньше, и все остальное. Но мы постоянно мониторим этот процесс, приглашали специалистов, они дали заключение, что, в общем-то, вредных веществ допустимая норма. В течение дня экскаватором разгребается мусор, вследствие чего он перестает гореть и тлеть, а вечером происходит загрузка на самосвалы и отправка на полигоны. За последнюю неделю вывезено более 5000 кубометров мусора. Можно было бы и больше, говорит глава администрации Видного, но полигон принимает только 1400 кубов в сутки. Вот реально сегодня можно оценить ситуацию. Из 50 тысяч кубов больше 20 уже вывезено. Это, я считаю, что очень показательно, и надо понимать, что если мы пойдем такими темпами, в течение марта, может быть, даже до середины, это точно вывезется. Администрация города призывает набраться терпения в сложившейся обстановке. Окончание борьбы с мусорным коллапсом не за горами. Татьяна Брылова, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.